человек нуждается во времени для тишины. Иногда нам кажется, что время для тишины – это время, когда вокруг нет ни одного человека, когда замкнуты все двери. Иногда тишина даже представляется чем-то таким, когда нет света. Но иногда тишина может быть во время сильного шума, во время шторма. Тишина может быть тогда, когда вокруг есть очень много событий, но ты находишься в тишине. Silence. Time for silence. Очень многие журналисты говорят о том, что есть время шума и есть время тишины. Это время тишины, оно может выглядеть совсем не так, как мы себе представляем. Время тишины, когда жизнь останавливается. Когда человек, который слушает тебя, слышит тишину. Когда человек, который слышит тебя, может представить себе определенную ситуацию, обстоятельства, может даже не видеть себя в том, о чем ты говоришь. Это время тишины. Известно, что хорошее журналистское произведение – это то, где есть много содержания, где есть много месседжей, которые прикасаются к сердцу человека. И человек, который слушает, желает выражать эмоции, желает говорить с тобой, более того, желает действовать. На противовес этому шуму может приходить время тишины, когда человек открывает издание или включает телевизор и видит тишину. Многие говорят, что тишина – это не очень хорошо, потому что творческий человек обязан говорить. Но иногда разные люди нуждаются в тишине. В тишине от хлопот, от разных дел, от забот. Этой тишиной может быть в помощи творчество, искусство, хорошая музыка. А может быть рассказ, который позволяет ни о чем не думать. Время тишины. Я не хочу давать оценку тишине, потому что, возможно, в то время, когда нужно действовать, важно разрывать тишину. Важно пробиваться сквозь тишину, которую не слышит никто. Важно говорить и быть громким, стучаться в сердца людей. А иногда есть время, которое специально предназначено для тишины, чтобы люди могли отдохнуть. Я не хочу раскрывать это понятие. Это сфера исследований. Это сложно назвать философской темой, тему тишины. Но это важно. Когда в моей жизни есть время тишины, и когда есть время крика, когда я как журналист создаю время тишины, и когда создаю громкий голос крика. Silence. Thank you.
стоя лицом к стене, я вижу свежие шрамы на гладкой, как парка, спине. И мне хочется плакать от боли или забыться во сне. Кстати, где твои крылья, которые нравились мне? Где твои крылья, которые нравились мне? Но все потеряли что-то на этой бессонной войне. Кстати, где твои крылья, которые нравились мне? Где твои крылья, которые...